Всем привет, ребята! Вы на канале Вэйл, и сегодня мы будем играть в кондитер, и мы начинаем нашу игру. Мы рождаемся вот в таком интересном поселочке вроде, и мы тут должны будем готовить тортики. Так, может вот этот тебе? Да. Так, вот этот. Ага. Желтый, ага. И чем посыпать? Мармеладками. Я его возьму на себя. Так, я взял этот тортик. И мы начинаем. Так, что мне нужно? Вот у меня тут есть вот это вот. Я теперь знаю, что готовить. Так, что мне нужно? Мне нужно вот это. Готов, давай мой тортик. Готово. Теперь я могу. Так, берем. Отлично. Теперь, что мне нужно? Складываем. А, нет, надо его испечь. Отлично. Давай, я тебе сейчас заберу мой пирожок любимый. Так, кладем сюда. Теперь нужно сюда. Так, что у нас тут? Да, желтый. Давай. Поливай. Забирай работу. И теперь осталась только посыпочка. Любимая посыпочка. Мой покупатель будет доволен. Отлично. Отлично. Все, мой покупатель доволен. Ура! У меня есть деньги. 140 рублей. Да это же много. Круто. Так. Ну, вам тогда нужен круглый. Два. Шоколад. А, тут нужен шоколад. И без ничего. Ага. Ему нужен торт. Ага, понял. Так-так. Кто у нас там еще придет сейчас? О, вот там еще один покупатель идет. Давай. Вот этот. Давайте там дальше сами, наверное. Шоколад. Тогда вот это вот. И без ничего. Отлично. Бери-бери первым. Есть. У нас есть тортик. Теперь делаем шоколадочку. Сделаем поливалочку. Забираем его себе. Кладем в печечку. Вот это похоже на кондитера 2. Тут у каждого есть печки. Ну, почти у каждого, вот. А, я забыл приготовить, точно. А, нет, я уже его приготовил вроде. А, ну все, да, приготовлено. Теперь бегу сюда. А, еще нет, надо снять вот эту, я забыл нечаянно. Так, ну давай забираю эту штуку. Теперь кладу сюда. Так, какой мне нужен? Зеленый. Отлично. Отлично, приотлично. Забираем тортик. Наш любимый тортик. И посылаем его сюда. Отлично. Иду брать новый заказ. Да, молодец я. Еще 140 рублей. Ах. Не получилось. О, тройной тортик. Ладно, я тогда не знаю, что тут можно. Вот тут еще есть люди. О, вот. Сейчас ко мне подойдут. На кассу. Здравствуйте. Так, что я могу взять тут? Ага, ага, ага. Сейчас я тут возьму. Давай. Ты все там у него взяла.
Наш покупатель сейчас обидится. Да. Она что-то так себе. Ладно, я пока приготовлю вот этот тортик. На всякий случай. Если что-то будет нужно. Буду готовить вот эти тортики, которые там хотят. Потом буду выкладывать. Если им будет нужно, будут забирать они. Так, кажется, у этого мальчика тут проблемы. Застрял. А с этим что? Ну, давай. Отлично. Готово. Теперь можно забирать тортик. Так, что нам дальше? О, вот сюда. Это легкая дня. Все, сейчас будет тортик вкусненький. Так, что нам тут нужно? Как раз то, что нам и надо. Синий. Синий, 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 синий. Давай, синенький тортик. На-на-на-на-на-на-на-на. Забираем. Так, теперь сюда мне нужны свечи. Ставим. Готово. У нее мармеладки, у меня свечи. Так. Ну, давай вот сюда сделаем тебя. Кто захочет, тот возьмет. Так, 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 так. О, мой покупатель захотел его съесть. Еще $120. Да я такой крутой. Я еще могу вот это взять. А, нет, все, у меня уже есть. Это тоже легкий тортик. Шоколадный. Отлично. Так. Тортик у нас есть. Теперь. Так. Так, 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 давай, давай, давай. Я готов готовить торт. Есть шоколад. Печка к моим услугам. Будь готовь нам эту штучку, наш тортик. Любимый тортик, любимый тортик. Покупатель будет довольным с помощью торта, вкусного торта. На-на-на-на-на-на. Нет, вот я бы тоже не отказался от тортика. Например, ну какого-нибудь. Не, я бы с удовольствием его съел. Так, что нам теперь нужно? Нам нужна вот эта посыпочка. Давай, делай нам посыпочку вкусную-привкусную. Сладкую-присладкую. Отлично. Теперь нужно вот сюда идти. Отлично. Сейчас у нас будет пирожок. Вкусный-вкусный пирожок. О, мой покупатель доволен. Доволен. Еще 140 рублей. А я что сейчас возьму? Я возьму торт с клубничкой. Да я просто в ударе. У меня уже столько денег. 780. А сейчас будет еще больше. Так, только интересно, почему заказывают только квадратные? Что? Таких вкусненьких, привкусненьких, кругленьких не хотите? Это для меня. Все, направляемся к печи. Давай, готовь нам тортик вкусненький, привкусненький. Сладенький, присладенький. На-на-на-на-на. Отлично. Теперь это вот. Делаем шоколадным. Давай, заполняй наш любимый тортик. Вкусненький наш тортик. Ура! Этот тортик сейчас будет просто крутым. Давай. Ура, клубничка, наша любимая клубничка. Ну что, покупатель? Я готов. Принимай работу. Ура! Я смог. Еще 90-20. Да, вот. Так, я возьму вот этот тортик. Тоже легкий. Я при этом еще не брал мармеладки. Не, ну я понимаю, я брал клубничку, это. Но мармеладки? Наверняка вкусно. Вкусный заказ они все-таки попросили. Так. Так, так, так. Давай. Почему-то только у все они шоколадные.
Я, конечно, не знаю почему, но я бы тоже выбирал шоколадный торт. Я бы еще выбрал посыпку зелененьким. Что бы я еще выбрал? Я бы еще выбрал. Ну, я не знаю. Главное, чтобы клиенту понравилось. А так, все будет и так очень вкусно. Интересно, как у них получаются такие вкусняшки? Торты прямо. Торты шедевра. Может, я тоже попробую взять этот торт? Получится, сделаю. Не получится, ну, оставлю так. Готов увидеть лицо покупателя. Еще 120. Круто. О, кажется, у нас еще один заказ. Выполню-ка я его быстренько. Так, какой вам тортик? Шоколад. Так. Синий. Посыпка мармелад. Ага, все. Так, у нас новенький заказ. А я возьму пока вот этот заказ. Вроде легенький. И достаточно, ну да, довольно легкий. Давай, запускай, машинка. Так. Все, берем. Сюда. Попробуем взять. Может, получится? Ага. Нет, кажется, нет. Может, сначала надо вот эту взять? Нет, надо его приготовить. Ну, может, это кто-нибудь приготовит его и положит сюда. Тоже вроде легко. Так, берем. Так, теперь, надеюсь, можно? Так. Ну ладно, сделаю. Вот положу пока его сюда. Ну, получается, у меня такие большие тортики не получаются, но ладно. И так могу делать. Я и так хороший пекарь. Вот деньги. Тут что-то вроде есть. Вот это вот что за домик? А вот человечек. А вот это? Я не знаю. Так. Ну, пусть пока денежки остаются, найдем повод. Так, почему никаких заказов? У нас что, клиентов мало, что ли? У нас вон сидят уже, ждут. Они уже там хотят есть. Так. Вроде, да, так. Этот заказ выполнен для вас. Это, так, белый вам. Еще вам вот этот. И с этими. Готово. Давайте, ребята, у нас еще два заказа. Давайте. Нам надо, у нас много-премного работы. Давайте. Ребята, работайте как-нибудь так. Всем коллективом. И побыстрее. Наши клиенты очень сильно ждут нас. Они без своих покупков просто не могут. Они очень хотят есть. Так. Вроде я уже его запекал, но на всякий случай еще поставлю. Так. Ставим наш любимый тортик. А, точно, я забыл снять с него крышечку. Интересно, а что тут? Вау, вот это да! Значит, что, можно купить за деньги вот это вот? Ну, наверное, нет, конечно. Я так не думаю. Ну, ладно. Так, теперь можно его полить, наконец-то. Так. Фиолетовый, давай, поливай. Наш любимый тортик. Так, забираем. Посыпочка. Давай. Моя любимая посыпочка. Теперь отправляем и бежим обратно. Отлично. О, мой покупатель рад. Отлично.
Еще 140. Да, вот это я крутой пекарь. Да, это мне очень сильно везет. Смотрите, тут я попробую его сделать. Все-таки я тут работать должен. Я должен тут все делать правильно. Так, тут еще какая-то штука у меня вылезла. Ну ладно. Так, торт. Вылезай. Тут. Не знаю, конечно, но надо все-таки пропробовать. Не попробуешь, не узнаешь, как говорят. Так, готовься, мой милый тортик. Тортик, тортик, тортик. Готовься, мой милый торт. Вроде такого же цвета, как и там. А нет, надо вот этого, наверное. Но вроде этот тоже нормальный. А нет, это не тот, я перепутал нечаянно. Надо вот этот взять. Так. Готовься, мой милый тортик, тортик, тортик. Так. Беру. Нет, надо сначала на плиту. Может, мне вот этот уже. Так. Как я его? Может быть, я возьму его все-таки. Я все-таки как-нибудь-то должен. Просто как мне сделать такой большой торт? Никак. Просто надо потрудиться. А я вроде знаю, как его можно сделать. Смотрите, берем. Еще вот так. Вроде у меня есть идея, как его можно сделать, потому что я вполне уверен, как его делать. Давай. Поливай моим любимым синим цветом. Ну, то есть, вроде тем цветом, который хочет наш покупатель. Берем. А теперь вроде надо уже к этому приступать. Да, 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 да. Давай. Как так? Нельзя? Как же нельзя? Мне же уже вроде можно. Может, вот так вот? Теперь можно забрать? Как же мне тогда? Может, теперь в плиту приготовить? Так. Так, 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 так. Забираем, кладем. И сюда. Давай, готовься. Мой милый тортик, мой милый тортик. Так. Может, теперь уже? Да, у меня получилось! Теперь можно готовить последний слой. Так, отлично, вот такой красивенький прямо. Да, вот это я представляю тортик. Вкуснятина, наверное. Повезло покупателю, что он такой торт заказал. Да, молодец, покупатель. Подумал и решил, что этот торт самый вкусный. Но и правильно решил. Это же самые лучшие торты от пекарей. Забираем. Кладем. Забираем этот тортище. Кладем. Сейчас посмотрим, сколько он нам денег принесет. Он нас похвалил. Давайте еще какой-нибудь заказ сделаем. А, ну тут его забрали. Давайте еще один заказ сделаем. Так, кто у нас? О, у нас новый покупатель. Привет, покупатель. Чего хотите? Так, вы хотите тройной тортик? И хотите вот этот? Да. Это очень вкусный заказ. Вам очень повезло. Так. Вам очень повезло, приповезло. Мы самые вкусные торты готовим. И приготовим вам самый вкусный торт на свете. Потому что мы умеем их готовить. Мы же просто шефы от чудо-кухни. Нас учили их готовить. И вы шефы,
Самые лучшие шефы, самые умелые шефы. Мы умеем все тут делать, мы умеем. Мы сделаем все, что можно, лишь бы вам было вкусно. Да-да-да-да-да. Вам будет вкусно, я вам обещаю. Это будет очень вкусно. Ну да, вот я уже запел даже от этого вот. Ну просто мне нравится быть поваром. Смотрите, вот тут готовишь тортик. Я вроде раньше просто готовил вот такие обычненькие тортики. А теперь я во какие крутые торты готовлю. Вот просто шедевр. Да, хотел бы я такой торт попробовать. Так, последний слой остался в этом вкусном тортике, потому что этот тортик будет самым вкусным. Забираем его, готовим, закрываем. Давай, давай, готовься, торт мечты, торт мечты, торт мечты. Так, давай, сдавай коробочку, вот эту оболочку. Кладем. Так, 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 давай, давай, давай. Давай. Так, так, так. Отлично. Ой, я же подумал, а можно же вот сразу будет сделать весь этот торт. Давайте попробуем сделать торт, но это будет так быстро. Ужас прямо, как быстро будет. Только надо, чтобы взяли либо двойной, либо тройной. Потому что я теперь узнал, как можно сделать еще торт. Очень большой. Так, мне нужен заказ. Там еще что-то там. Девочка разбирается вроде. Там с тортом двойной торт. Давайте его сделаем. Так, двойной тортик. Так, заходим вот сюда, на кухоньку нашу. Теперь сюда. Теперь сюда. Да. А нет, я перепутал. Надо вот это было делать. Там тортик такой попросили. А я перепутал. Надо вот это брать. Так. Теперь приготовим тебя. Давай, готовься тут. Готовься, готовься, готовься. Так, так, так. Берем, кладем. Угу. Вот, это не как делать по одному слою сразу. Это вот сразу вот все быстренько тут делаешь. Вот это я вот лучше придумал, чем тогда вот. Берешь тортик, ставишь сюда. Сразуньку там вот готовишь. Так. Так, давай, готовься, готовься. Так, так, так. Готово. Тортик. А, я забыл снять оболочку. И... Так, так, так. Вуаля. Такой тортик, но мы еще его не доделали. Да, такой красивый. Зеленый. Да, он дольше делается, оказалось. Особенно тройной. Да, понимаю, как трудно приходится всем, кто готовит тут торты, например, в настоящих тортоделах. Ну вот, ребята, ну это была очень классная игра. Всем спасибо за просмотр. Ставьте мне лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока, с вами был Лев.